Доброго времени суток. Ну, на прошлом видосе мы довели Санька на болото, принесли его друга сюда, похоронит одного здесь с почестями. Вот сейчас положим его. Тут в прошлый раз не положили. Вот. Все, Санечек, похоронишь тогда, мы священнику скажем, он придет, отпоет его. Вот, а мы двинемся дальше по своим делам. Хорошо. Все вроде бы нормально, но нам надо двигать. У нас есть невыполненное, то есть выполненное задание, которое надо сдать. Мы нашли двух сбежавших военных. И нам надо об этом сообщить. Блин. Они лазят здесь. Это аномалия заспавнилась, да? Да. Я сейчас же заорет. Туда не достает уже, текать надо. Ой-ой-ой, Юрий Семецкий на забытом хуторе, трамплин. Офигеть. Это отлично. Юрий Семецкий на забытом хуторе. Это просто хорошо. Ого, толпа за мной бежит. Да вы сдурели, ребятки. Офигеть. Сейчас, подождите секундочку. Залазь. Да. Здравствуйте. Бронебойные какие-то. Оу. Как они лазят по лестницам, а? Собаки. Вы чё? Чё за бред? Этот Тушкан, ты охренел? Оу. Да, побежал. Да сколько вас здесь, алло? Косой. Ладно. Да ты чё ты так дёргаешься? А, сейчас прибежи сюда. Пять. Ладно, если успею. Всё? Ё-моё, сколько ж вас там? Возьмем хороший нож. Че, у нас ножей что ли нету? Или можешь сразу сходить к вояке? Ладно. Блин. Да ты забодаешь? Куда ты собралась? Ага, я понял. Тихо, не приставай. Ну иди, мне пройти надо. Алло. Капец. Ой, ё-моё, иди в пень, кошка. А, это отлично. Фукает. Ты посмотри, расфукались.
Готово. Не надо, не надо на меня так ругаться. Ты не сдохла? Хорошо, хоть диги не кидает. Тихо, тихо. Все отлично. Ничего, ничего. О, ослик. У меня хоть нормальный нож, нормальный. Ну, понятно. Так. Привет, парни. Блин, что я не в ту сторону побежал. О, приветствую. Есть что по нашему делу? Так, капитан Калинин. Нашел твоих солдат... Соколиков. На забытом хуторе они. В подвале сидят, крыс едят и сопли пускают. Короче, сам с ними разбирайся. Меченый, я в тебя верил. Теперь бензин можешь набирать, сколько унесешь. А что бойцы говорят? Произошло что? Отлично, нам еще можно будет здесь бензинчика набрать. Говорят, что сгоревший хутор тут рядом. Ученые какой-то эксперимент проводили. И что-то там у них не срослось. Пропали они. Типа там ворота в преисподнюю. И их туда засосало. Отлично. Ты это про что? А я знаю. Бойцы рассказывают, что ученые подошли к пузырю, достали какую-то фиговину, что-то там включили и исчезли. Вроде как в тот пузырь их и засосало. Солдатики, ясно дело, перепугались, что на них все спишут. И ноги в руки, и двинули, куда глаза глядят. Так что рано радуешься, капитан. Мутанты, мутная история получается. Если те ботаны где всплывут, то вопросы будут как пить дать. Надо что-то делать. Лишние волнения мне не нужны. Меченый, сходи на хутор, глянь опытным взглядом. Может, под какой сгоревшей стеной те ученые лежат. Не верю я в чудеса. Блин, я не верю, ну идти был. Был я там и не раз. Нет там никого. Одни собаки да крысы шастают. Я свою часть уговора выполнил. Теперь бы и мне помощь не помешала. Тебе всегда, чем сможем, что нужно. Напряг у меня с боеприпасами. У вас, думаю, есть запас. Я бы прикупил или обменял на что-нибудь. Патрончики, конечно, есть, да. Только давай на чистоту. Что ты можешь за них предложить? Эти ваши фантики? Ими даже подтираться неудобно. Артефактики? Да на кой они мне сдались? Говорю прямо. Мой интерес – это нормальная валюта. Некоторые торговцы выписывают банковские чеки на предъявителя. Один чек – штука баксов. Будут чеки, тогда и поговорим. И что я за них получу? Штука баксов – это, в общем, цинк патронов. Подгоню за штуку. К 74-му калашу калибр 5.45 или даже ККМ 7.62. Так что тащи. Договорились. А то в цинке. Оу. Ты про хутор не забудь. Если что узнаешь, сообщи. Патроны держи. Заработал. 120 штук, 9.18. Да ты вообще красавчик. До встречи. Вообще супер молоток. Так, а мне бы что, бензинчика набрать, да? Еще и на хутор смотаться надо, да? Вот бинокль бы не помешало. Ну ладно. Так, а мы, получается, сейчас если канистру возьмем, нам же тяжело будет, да? Ага. У нас бронебоечки появились. Это хорошо. Что там случилось? Что-то упало, блин. 43. Мы как раз будем почти с перевесом, блин. Что тут такое? Блин, ну не хочется. Может, потом забежим, заберем. Так, еще бегать потом заберем. Так, надо сохраниться. Братан. Да, я сохранюсь. Круто. Спичек нет. Ё-моё, ну как так-то? Вот, блин, беда-то. Ой, беда. Ну ладно. Пойдем без спичек. На сгоревший хутор так, конечно, идти надо. Но как-то, блин, обойти бы. Ладно. Пойдем сходим, пока здесь. Хреново, без сохранки, блин. Блин. Да.
Он же устает сильно. Так, ну, бежим. Собачки тут нам не нужны совершенно. Алло. Не надо. Ой, псевдо. Ай, би-би-би-би-би-би! А, да-да-да. Оу. Псевдо, иди сюда. Ой, ладно, 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 прицел не включаю, ладно. Хорошо. Что, прыгаешь, да? Бывает. Отпрыгалась. Не надо, блин. Всё, давай, 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 давай. Прыгнула? Хорошо. Хорошо. Ой, все собрались. Толпа, блин. Хорошо. Хорошо. И ты прибежал. Ну, молодец. Молодец, на. Блин, да что ж такое? Подожди, братан. Ну ладно, на. Сейчас перезаряжусь, парни. Подождите. У меня пульки закончились. Ты чем стреляешь? Да сколько вас? Вы чё? О, нужен нож. Чё за нож? Хороший нож. Блин. Нифига себе. Ой, у меня хвостов тут натаскали. Главное сейчас не влететь никуда. Да блин, ничего не видно. Толпой навалило. Так, ладно. Побежали дальше. Какого ты пере... зарядился так? Пушкан бегает. Так. Опять тушкан. Не уходи, не надо. Нужен нож. Брось. Так. Блин, а сохраняться-то я не могу, у меня ж нету ничего. Неудобненько получается. Неудобненько. Так. Понятно. Потом. Ну и как мне их тут найти? Ну, не знаю я. Сюда они подошли, я так понял, да? И куда-то исчезли. Но как... Никого здесь нету. Ладно, хорошо. Надо ливать отсюда туда.
Пошли на базу. Это наши собачки их погрызли, да? Молодцы. Видите, тут у них бойня была. Так, надо похавать, наверное. Ты, братан, сидишь? Не разговариваешь, да? Ну ладно. Пойдем. Надо, наверное, опять буститься, потому что он задыхается. Чё, блин? Принять. Еще не все, что ли, подохли? Таракашки, блин. О, не-не-не, парни, простите. Я погорячился. У вас там до хрена. Дайте щипану, что тут осталось с них. Нужен нож. Ловешка. Чего? Понял. Бежим на базу. Чистого неба. У нас там тоже еще незавершенное задание. И у нас спичек нет. Нам бы, конечно, хотелось бы купить спички. Котики! Здорово! Ходим сюда потихонечку. Так разлеглись, там спят спокойно, блин. Фига, у вас не получится заспаться. Понял? Да-да-да. А то. Иди сюда. Как-то он выше стреляет. Эм, ты чего? Котяра. А то. Вот он. Кусики спрятался. Едь. Бежим. Потому что мы идем без спичек, без сохранений. Это нехорошо. Пошли на базу, братан. Так, мы на базе. Отлично. Пойдем сразу сохранимся. О. Друг, а у тебя спички есть? Бинтик, да? Бинтик нам не надо. Ну, давай сохранимся. Отлично. А, тут уже все в сборе, да? Так, привет, меченые. Привет. Вернулись на базу, значит. Вижу, и проводник ваш оклемался. Ну, рад за вас. Ага, чтоб я еще раз согласился в поле работать. А проводника Фрола долговцы вытащили с того хутора. Их патруль поблизости случился. Ну и не отказали в помощи. Кстати, переговори с Фролом. Есть у него какое-то дело к тебе. Хорошо, поговорю. Бывай, наука. Отлично, еще у Фрола будет задание. Так... Меченый, каким ветром? Дела у меня тут. Я помню о твоих услуге. Долг, как говорится, платежом красен. Я поговорил с Иваном Сергеевичем, и он велел Пахому выразить тебе благодарность от лица всех нас в материальной, как сказать, форме. Так что можешь пообщаться с нашим завхозом. Отлично, до встречи. Ну, мы пока, наверное, с Фролом
не будем общаться. Пойдем с... Да не говори, братан. Как всегда. Снимем артефакт. Пообщаемся сейчас. С Пахомом. Пахом, иди сюда, болт тебе в глаз. Давай, подходи. Общаться будем. Меченый, ты что хотел? Так, да я так потрещать зашел по жизни. Можно и пообщаться, понял. Так. Мне Глузов сказал с тобой перемолвиться по поводу некой материальной благодарности. Глузов? Это который на гиганта полюбоваться ходил? А ведь я говорил Ивану Сергеевичу, не нужно разрешать этим пацанам самостоятельно в поле работать. Погибнут, нас потом по судам затаскают. У этих студентов совсем нет чувства самосохранения, лезут везде. Это да. Ну, да хорошо, что хорошо кончается. Эх, молодость, молодость. Ладно, ты сделал доброе дело. Я же со своей стороны постараюсь обеспечить тебя тем, что есть на складе, по минимальным ценам. Даже патронов не пожалею. Хоть у нас их и дефицит. Ты заходи где-нибудь через денек. Мне тут ревизию надо будет провести. И с Иваном Сергеевичем отпускные цены для тебя согласовать. Что ж, спасибо. Ты офигел? Давай хоть поторгуем что-нибудь. Мне спички нужны, блин. Ё-моё. Спички полторуха. Ты от... Ах, ни хрена себе цены. Офигеть. Одурить. Ну, мне хоть коробочек. Блин, и чем я тебе, блин... Ой, лапам звездец. Блин. А я ж... Бля... Блин, капец. Ну ладно, хоть так. Ну мне, блин, мне надо. Спичек-то нету. До встречи, Пахом. Пипец. Давайте сохраним. Да ладно, не начинай. От клиентов отбоя бы не было. И потянуло же меня сюда. Идем еще поговорим с Зимьяном. О, что ты там пальцами тычешь? Привет. Меченый, рад видеть тебя. Дошли твои ботаники в целости и сохранности. Мне уже доложили. Спасибо тебе. Прола тоже вытащили. Скоро оклемается, оклематься должен. Эх, намылить бы этим оболтусом шею и домой отправить. И так проблем хватает. А что за проблемы? Может, помогу, чем смогу? Недавно, где-то в центре болот, несколько наших ученых пропали. Найти не можем, да и искать особо некому. Ушли с охраной. Армеец один выделил несколько солдатиков. Много времени прошло. Никаких известий. Опа-на. А это те, которые это самое. Понял. А что за армеец? Не хватает у нас опытных проводников, которые могли бы защитить эту ученую братью. Приходится просить военных выделить хотя бы какую-то охрану. Небольшой отряд вояк тут неподалеку расположился. Вроде как нефтяную скважину охраняют или обслуживают, непонятно. Пахом с ними контактирует. Подбрасывает им кое-что из еды, напитков. Взамен топливо получаем, охрану иногда. Командир их, капитан Калинин, клянется, что... тоже не имеет сведений о пропавших, не своих бойцах, которые для сопровождения выделил. Вот и ломаю голову, где их искать. Начальство Сергеевича уже весь мозг вынесло. Да мало ли что могло бы быть. Может, монстры какие сожрали, или еще что. Так, я у охотников интересовался. Никаких следов. Думаю, может, награду за сведения объявить. Может, кто найдет хоть что-то. А то неопределенность достала. За аспирантов держи от меня. Не весь что, но все же. Ну и про группу... пропавших имей в виду. Так, радость туриста, научная аптечка, антирад, научная аптечка еще. Колбаса практическая. Так, отлично. Так, а надо сохраниться. Тут выбор у нас. Или Калинину сказать, или Демьяну. Так, я понял. Давай сохранимся. Демьян. Так, Меченый, рад видеть тебя. Узнал я кое-что про ваших ученых, которые в центре болот пропали. Неужели? Я уже и не надеялся. Где они? Что с ними? Где, не знаю. Да и что с ними приключилось, тоже непонятно. Встретил я тех солдатиков, что их охраняли. Несут какую-то чушь.
не преисподнюю, светопредставление, будто бы ботанов тех в пузырь засосало. Есть там такой на сгоревшем хуторе. Ученые вроде как эксперимент проводили, вплотную подошли к тому пузырю, что-то там включили и пропали. Солдаты в дороге стояли, им только по мозгам прилетело. Я уже слышал про тарзанки. Может, тех ученых на другой край зоны закинуло. И кто в это там поверит? Им в столичных кабинетах невдомек, какая тут иногда чертовщина происходит. А может, вдруг солдатики... Может, врут солдатики? Может, все гораздо проще? Не похоже, чтобы врали. Они сами напуганы. Сидят в подвале на забытом хуторе. Трясутся от страха. Можешь сам сходить и спросить. Так... Может, оно и правда. Держи за труды. Колбаса практическая, научная аптечка. Радость туриста, практическая, научная аптечка. Хорошо. Спасибо. Так, а ну. Что, да? Блин, и что делать? Так, давайте сохранимся. Ты что пихаешься, Тимьян? Блин, красава. Пойдем к Пахому, пообщаемся. Посмотрим, может, там что еще можно. Пахом, болт тебе в глаз, иди сюда. О, спустился на землю. Давай. О, что, магнитный чудак. Тебе болтики прилипают, иди сюда. Черт, девок смотрит по телеку. Да иди сюда, ну хорош стоять. Пахом. Да ты, блин, чё? Ты болтов уже там, капец. Пахом, да сдвинься с места. Ты чё застыл, а? Дядя? Да ты, блин, гад. Ой, ты какой противный. Ладно. Сейчас подойду. Не уходи далеко. Он не бегает уже. Капец. Так, тихо. Какими судьбами на наше болото? Ищу себя. Круто. Таких еще не было. Все пытаются найти богатство. Ответы... На загадки зоны, исполнение желаний. Себя никто не ищет. Хотя, может быть, и зря. Сильвестр я. Кормлю тут народ. Дело как раз для меня. Тихо, спокойно. Стрелять не нужно. Душой отдыхаю. Как тебя-то звать? Пока Меченый. А там видно будет. Ну что ж, Меченый. Будет нужда, подходи, мало ли. Так. Сильвестр, покупаешь стволы? Беру, складываю тут мини-арсенал. Думаю, придет время, очень пригодится. Много денег не дам, нужды большой не имею. Но все же лучше, чем выбросить. Это точно. А с патронами как у вас? Патронов мало. Если поделишься, буду благодарен. Ну, вообще, если хорошенько пошариться на хуторах и болотах, то можно и найти что-нибудь. Бои тут были нешуточные год назад. Понятно, ну ладно. Я тогда тебе отдам то, что добуду неподалеку. Ты, стоять, я с тобой еще не докончил. Так. Смотрю, народу у вас тут немного. Товар есть? Да какой навар? Так, крохи, кому аккумулятор зарядить, у кого патроны прикупить, оружие какое-никакое, мелочи. Мы, считай, на отшибе. Сюда разве что охотники заходят. Да и то больше к Пахому, по делам монстрячим. Ну и залетные вроде тебя. Да, у вас же тут, считай, санаторий. Тихо, мирно, монстров злых почти нет. Так, мелочь зубастая. Ты бы сеть объявления дал. Приходите, мол, обласкаем, накормим, напоим и спать уложим. Может, народ и плюнет да подтянется. Не любит нас наш Сергей шума. Это, видите ли, мешает научной работе. Бухать некоторым втихаря мешает, это точно. Серьезные же люди, и туда же, эх. Сам Сергеич Кремень, вот и аспиранты, вот его аспиранты, а чего ты хотел? Все мы человеки из одного теста, зона любого переиначить, перекроить на свой лад. А ты чем болтать, лучше бы в одном деле помог, и тебе польза будет, и мне навар. Чего-чего? Что предлагаешь? Ты знаешь такого Витька Ворона, в темной долине обитает. Не был я в той долине, а что? Дорожку тебе перешел. Так я не по этим делам. Чур тебя, Меченый, совсем наоборот. Мне надо у него кое-что узнать, точнее, поиметь. Ты нормально объяснить можешь? Короче, Пахом давненько с ним дела ведет. И рассказывал, что у того Витька можно всякое редкое оружие достать. А мне как раз надо один ствол Демьяну в подарок.
Он мне с коммерческими вопросами помогает. Вот я и решил облагодарить приятеля. Он решил. И какой ствол ты хочешь? Револьвер Кольт Питон. Говорят, громобой еще тот. Кабана плоть, даже кровососа с одного выстрела валит. Хороший подарок будет, как думаешь? Чего? Ты представляешь, сколько ворон за него запросит? Меченый, постарайся, очень надо. Я в долгу не останусь. Есть у меня информация, как можно выварить кристальную колючку из карусели. Верный рецепт, сам проверял. А если вещественного желаешь в награду, то могу предложить сайгу. Малость потертая, правда, но ничего, очень даже валит. Соглашайся, громобой ему надо. Подумаю. Так, мы получили еще одно задание. Нифига себе. Но мы в темную долину пока не собираемся. Ну это, блин, капец, у нас на завтра дел. Ой, ман, надо ложиться спать. Так, ребятки, давайте, наверное, закончим. У нас сегодня не сильно длинный видос будет, потому что нам надо спать ложиться, Демьян тут мешает сохраниться. Потом поговорим еще с Фролом, он там даст, наверное, задание какое-то. Что-то он от нас хочет. Вот, и продолжим завтра тогда, или, ну, на следующем видосе. Кто впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте, до следующего видоса. Продолжение следует. Удачи, всем пока.